nation. Play it along.
He came up from hell and begat a son of mortal. Jump!
masses of sludge, drowned in wine's blessing. I'm inside of your mind. Leave your life behind. Decline in the power of wine. And obscure creaking and twines and wampus and dreams. Despair. Skies, the lonely
chosen one knowledge and changes the future. All alone, in the jaws of despair, it is in the middle of wind. The present, the warrior, the will, and follows my eye of the sky. Heroes, the grace of nature, the
You should believe in miracles. And Jesus Christ will save your hopeless soul. And if you die, he will take you. We'll be right back.
Mission complete! Когда я переехал уже ближе к Петербургу, я жил в области, там, в городе Кингисеппе, мы создали группу «Искушения». И можно сказать, это было началом как бы создания группы. Потому что в итоге из этой конкретной группы и появилась «Доминия». «Доминия» была создана в 1999 году совместно с нашим гитаристом Денисом. Мы с ним встретились и решили играть вместе. Тогда мы еще назывались «Тентаментом», мы играли «Black Metal». Вот в 99 году, когда я приехал в Петербург учиться в театральную академию, мы с Денисом встретились на одном из металлических концертов, познакомились. Я его заинтересовал своими наработками музыкальными какими-то. И у меня уже к тому моменту как раз была группа в Кингисеппе. Но так как я переехал в Петербург, и ребятам было сложно ездить туда-сюда, тем более наш гитарист еще из группы «Искушения» попал тогда в серьезные проблемы, у него были и его посадили в тюрьму. Но я переехал в Петербург, мне нужна была новая группа, новые участники. Таким образом я познакомился с Денисом, и он оказался идеальным просто гитаристом для меня тогда и сейчас для нас. И мы в итоге решили создать группу совместно. Продолжали выступать, были у нас и провальные концерты, конечно, поначалу был концерт, после которого я вообще хотел покончить с самоубийством, но в итоге руки все-таки не стали опускать после неудачи, а наоборот как-то нас закаляли эти неудачи. И мы продолжаем по сей день работать вместе с Денисом. Конечно, когда мы только создавались, у нас часто менялся состав, но я бы хотел рассказать про Егора, нашего барабанщика, который ушел из жизни слишком рано. Когда мы с ним только познакомились, мы сразу же поняли, что это человек, который должен играть с нами, и он сам так подумал, и он присоединился с нами, к нам вообще без всяких сложностей это было. Но, к сожалению, к несчастью, этот человек скончался. Очень дорогой. Когда Егор умер, естественно, мы были подавлены. Это было совершенно неожиданно. Но прошло время, мы постепенно начали приходить в себя и понимали, что наша эта жизнь продолжается, и как бы нам нужно дальше двигаться, развиваться, потому что планов было и идти просто до кучи. Уже к этому времени и Каспер был в группе. В этот момент Каспер позвал барабанщика Олега, папу, который с нами по сей день играет. И мы стали продолжать делать музыку, которую мы по большому счету делаем и сейчас, но, естественно, с каким-то переосмыслением, новыми идеями. Но саунд, тот, который мы зарождали тогда, он и по сей день, естественно, преувалидывает в нашем творчестве. В 2006 году мы наконец-то добились, можно сказать, какой-то определенной своей цели. Мы вышли на западную сцену. Мы записали свой первый альбом в Финляндии. Доминия. Меня стало нечто больше, чем просто группа. Мне хватает в моей творческой жизни общения с совершенно разными музыкантами и совершенно разных жанров направлений. Но именно этот коллектив является основной частью моей жизни, той семьей, которая на протяжении уже довольно-таки долгого времени
является основой для моего вообще существования как такового. Основой каких-то ценностей, как творческих, так и идеологических, опять же, семейных. Нечто очень важное, да, то самое сокровенное, что есть. Я думаю, что не только в моем сердце, это касается всех музыкантов коллектива. Для нас, для каждого, это самое важное, что есть. Это не просто стандартный какой-то бизнес-вариант рок-группы. Это сообщество художников, технических каких-то деятелей, фотографов, операторов, режиссеров. У нас какая-то совершенно своя действительность, в которой мы все пребываем, в которой мы как-то развиваемся, которая составляет основную линию нашего вот этого творческого пути. Все, вот, хотелось найти какой-то свой путь, который мы искали даже в стилистике, в каких-то классических нормах, которые мы никогда не относили к себе и не хотели к ним относиться. У нас это касательно даже состава, это касательно инструментальных каких-то наработок, особенностей коллектива. Вот нас не покидал никогда дух реформаторства, что хотелось открыть людям новые горизонты, хотелось показать привычные для них вещи в неком новом совершенно свете. Отличает от ряда даже замечательных европейских и западных коллективов. Не, не все имеют такую историю самой творческой работы. У нас два лидера, которые постоянно делят это пространство творческое между собой, тянут из стороны в сторону. Заставляют все вокруг крутиться, заставляют всех заражаться вот этой идеей, которая называется. Это не просто группа, это своеобразная. Для нас это своеобразная религия. Это образ жизни, это образ мышления, это отношение ко всему происходящему. Да, подчас оно крайне депрессивно, крайне пессимистично, постоянно давит какой-то пресс трагизма какой-то. Даже в отношении нашей истории, когда мы к смерти нашего первого барабанщика подходили с абсолютно разных сторон, просто даже в своем отношении к этому событию. Это не просто затрагивало нас как людей, мы видели в этом некую жертвенность, после чего весь образ нашего мышления начал просто меняться. Мы начали более правильно двигаться ради него, ради того, чтобы его старания не прошли напрасно. И в картинах, которые мы пытаемся рисовать.
написала своей музыкой. И в том отношении, в котором подходим к концертному воплощению наших каких-то творческих задач, пытаясь сохранить ту правильную атмосферу, которая еще с детства нас как по-настоящему зацепила, что-то из 70-х, что-то от Вудстока, что-то от каких-то классических тандемов в духе Оззи и Рэнди Роза. Весь наш шепот, вся наша школа, мы пытаемся этими средствами достичь чего-то практически совершенного. Я не знаю, насколько мы приближаемся к этой желанной для нас цели, но, по крайней мере, пытаемся сделать все возможное для этого. Я, наряду с Антоном и его братом Олегом, являюсь автором значительной части текстового материала. И мне, как текстовику, хочется верить, что одним из результатов нашей деятельности является возникновение у многих слушателей мыслей, способствующих расширению границ их мировоззрения. В настоящее время большинство из нас мировоззрения просто отсутствует, ибо основными жизненными ценностями стали деньги и возможности зарабатывать как можно больше. Таким людям не свойственно задумываться о смысле жизни, о своей роли в этом мире, и движение в этом направлении ведет нас лишь к одному результату, чего покажется на животных. Наши тексты являются размышлением на тему того, что ожидает духовное общество, члены которого озабочены лишь комфортом и удовольствием. Часто при создании текстов я обращаюсь к жутким образом своих кошмаров, рассчитывая подобное детским функционистам на эффект обратного восприятия. Полагаю, что этот метод является наиболее эффективным. И если после знакомства с нашим творчеством любящий жизнь животного человека задумывается о том, что он не просто перерабатывающий любимого кусок мяса, что ж, цель достигнута. Хочется в очередной раз поблагодарить этот замечательный творческий союз двух очень дорогих мне людей за то, что они создали очередной шедевр, который очень радует играть, про музыкальную составляющую и откуда они черпают идеи, это самим им одним ведомо. Со своей точки зрения, отношение к творчеству Доминия — это всегда сложно, всегда на пределе возможностей, всегда тяжело. Проявление в группе заключается в том, что попросил об этом человек, которого уже нету, попросил через одного из моих друзей, который является лидером этой группы, Диму. Этот человек умер, и получилось так, что вместо него я, в общем-то, и занял его место. Стал играть музыку, которую они делают, которая является для меня неким взрывом той энергетики, которую они проецируют путем своего творчества, которую мне приходится со своего места проецировать на зрителя. В общем-то, очень благодарен этой творческой бригаде, как бы, двух композиторов наших. То, что они всегда прорабатывают все настолько основательно, что с материалом приходится какие-то незначительные свои доработки только вносить. А так, в принципе, все уже ясно изначально, какую концепцию они видят и хотят от меня, чтобы я проецировал значительными своими доработками, уже их мысли, которые они уже и так как бы выразили и сказали, и только мне остается хорошо сыграть на сцене, все это взорвать, выдать, и чтобы получился огонь.
после каждого альбома создается впечатление, что вот уже все, как бы уже нечего делать, уже все сказали, все сыграли. Они появляются вновь в моей жизни, опять с новым материалом, опять все это по-новому происходит, все хорошо, все красиво. Всегда радует то, что нет какой-то конкретной школы, на которую надо обращать внимание. Всегда все это настолько разнообразно, как аромат чего-то. Очень узко, не передать, это дум, не дум, там, прогрессив, не прогрессив. Это всегда много, красиво, очень убедительно. Вкусная игра, в общем-то, берется из музыки самой Доминии. Она не берется конкретно из какой-то школы. Она происходит формирование всех этих ритмических там рисунков в процессе изучения материала. И просто невозможно по-другому это сделать. Как бы, как будто какой-то внутренний голос говорит о том, что ты должен сделать так, вот, а не иначе. Вот, и получилось сильно и стильно. Самому никак не придумать, что получается само собой. Вот я вернулся, чем очень рад. Но на самом деле я всего лишь ездил в маленький вопрос. Как раз в то самое время, когда в группе было больше всего трудностей. Всячески. Я решил вероломно уехать и вернулся в самый подходящий момент. Мне повезло, я участвовал при всех значимых событиях группы. Да, дело в том, что я очень увлечен положением современной тяжелой музыки, сцены, особенно в России. Сложно говорить о какой-то конкретике, но общий дух не впечатляет, и одна из важных причин мое участие в этой группе, хотя она никогда, скажем так, не удовлетворяла меня в музыкальном плане полностью. Не удовлетворяла, но давала определенный опыт, удивительный опыт внутренний, содержательный, эмоциональный, чувственный. Также и внешний. Именно Доминия мне давала этот опыт. Собственно, поэтому я и уделял ей всегда так много времени и продолжаю это делать сейчас. Мне как раз появилась прекрасная возможность сделать это сейчас, продолжать. Вот, одна из причин, о которой я пытаюсь сказать. Это то, что я считаю, Доминия группа очень перспективна, и в ней есть черты современной металлической группы, той, которой она должна быть в 21 веке. Доминия может быть именно той группой, которую можно смело называть тяжелой группой будущего. И до отпуска я старательно участникам втыкал такие шпильки осторожные. По поводу все-таки некого старообрядческого взгляда в том, что можно немножко повернуть свои устремления на что-то более современное, экспериментальное, прогрессивное. Вот, и к моему удивлению это произошло, но произошло уже, скажем так, во время моего отпуска. Вот, я был действительно очень впечатлен, что в группе происходили такие изменения. Но этого мало. Я могу смело заявить, что этого очень мало. Что нужно действительно быть группой будущего. Играть музыку будущего. И вот у Доминии есть вот этот самый потенциал. Есть такие характерные черты, которые можно развить.
за то, что я чувствую в себе это сейчас. Искусство, особенно современное, оно страдает от отсутствия некой фундаментальной идеи. То есть это некий набор кубиков, особенно, конечно, постмодернизм, он сформировал вот некую идею, основополагающую современное искусство, набор кубиков. Идея современного искусства, как я вижу, именно в предоставлении субъекту права выбора. Право выбора в соответствии с его содержанием, с его внутренним содержанием. Но я считаю это великое заблуждение современного мира. Потому что человек интерпретирует это вот именно что в соответствии со своим содержанием, в соответствии со своими взглядами на те или иные явления мира, на те или иные события, на те или иные философии, главенствующие познание людей. Искусство, оно должно нести идею, и это искусство должно прежде всего нести идею, которая возвышает сознание человека. Возвышает сознание до того уровня, когда человек начинает задавать фундаментальные вопросы. Фундаментальные вопросы о бытие. О бытие, о познании, о постижении. Так как мы говорим все-таки о возвышении сознания, то это должна быть идея, которая возвышает сознание. Это прежде всего нравственная идея. Это идея, которая наталкивает человека на некий духовный поиск. И современному творчеству этого явно не хватает. Миру искусства. Всего лишь красивые формы, разные, удивительные, талантливые, конечно. Но куда направлен этот талант? Для того, чтобы удивлять, для того, чтобы удивлять себе подобных, таких же талантливых, зачастую. Может быть шокировать, может быть вызывать отвращение и через это привлекать. Но ведь это всего лишь временное состояние. Основная идея разрушения сознания – это непрерывный процесс, когда человек действительно посвящает свою жизнь некому духовному поиску. Музыка для души, я считаю, это музыка которая как раз таки приходит в жизнь человека после того, как он достигает определенного результата в своем духовном поиске. Это музыка, которую он сам творит, это музыка. Это может быть непосредственно музыка, а может быть другая деятельность. Даже это может быть не совсем искусство, но это, я бы назвал это преданным служением. Возможно, это такая идея, она может показаться далека. Творчество, от искусства, но снова возвращаясь к основной своей мысли, что искусство – это некая служанка. Само все наше искусство – это служанка. Как раз таки той самой музыки, которую мы должны быть. Той любви, красоте, гармонии, которая стремится вся наша мира. Reincarnation и как концертная программа, и как DVD является совершенно новым для нас этапом в плане как
какого-то профессионального роста, в плане творческого роста, в плане своего более правильного отношения, более взрослого отношения. Для нас это некая мистерия, которую мы проживаем от начала до конца. Это некий ритуал, через который мы все так или иначе проходим. Это собрание всего лучшего, что было за эти 11 лет. И это некая квинтэссенция нашей истории, которой мы дорожим, дорожим своими успехами, дорожим своими, пусть небольшими, достижениями, дорожим теми эмоциями, которые рождаются от общения друг с другом, от общения с теми друзьями, которые помогают нам создавать то, что мы создаем. Это была очень сложная программа лично для меня. Просто даже с годами меняется отношение к своим композициям. И собрать их нечто единое, вот в одну точку свести, это довольно-таки непросто. Пережить самому, смирившись вот с этими разными настроениями, разным отношением к своим же произведениям. Я надеюсь, что нам удалось это сделать. И в программе, в которой представлены как композиции с первого альбома, как композиции, не вошедшие ни в один альбом, до песен, которые еще только войдут в грядущий альбом. Все это лично я хотел бы посвятить нашему первому барабанщику. Это хорошая точка, это правильное отношение к той памяти, которая тебя будет. Вот именно в этом составе, именно ту музыку, именно сейчас, тогда, когда надо. Пытаясь собрать вокруг себя абсолютно различных, интересных, правильно мыслящих людей, мы уже в который раз привлекаем к совместной работе с нами арт-комьюнити, сообщество художников, на общение с которыми бесконечно украшают нашу серую действительность. Это отображение, некая визуализация наших просто мыслей и чувств профессиональными руками. Я также рад, что все, что происходит сейчас, делается не без помощи высококлассных специалистов, прежде всего наших друзей, таких как Индифлер, благодаря которому, собственно, данные съемки и стали возможны. Хотелось бы, чтобы не только мы получали удовольствие от того, что мы делаем. И хотелось бы, чтобы желание поиска этих удовольствий